Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления Министерства внутренних дел России по Нижнекамскому району совместно с сотрудниками Управления Федеральной службы по городу Нижнекамску задержана преступная группа в составе 8 лиц, которые на автомашине марки КАМАЗ похитили с территории одного из промышленных предприятий республики нефтехимический продукт «Неонол» марки АФ-9 в объеме около 4 тонн на общую сумму 300 тысяч рублей. Это является крупным размером. В преступлении подозреваются как работники данного предприятия, так и индивидуальные предприниматели города Нижнекамска. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это кража. Избрана мера пресечения в виде ареста. В настоящее время ведется следствие. Нет, клапан пока закрыт. Здесь набрали. Там отсюда поворачивали, еще пошел включен насос. Открыли клапан. Там сливщик опускает шланг с машины, начинается налив. Сливщик не знает, какой объем он должен налить. Сливщик знает? Не знает, потому что он наливал больше, чем по документам указано, так ведь? Ну, в принципе, да. Да. Машины продавали, теперь машины. Где машины?